Министерство культуры Московской области организовало в этом году серию информационных туров для туроператоров и представителей профильных СМИ. Дмитров – это четвертый объект, с которым решили поближе познакомиться профессионалы турбизнеса. В туристическом информационном центре на Торговой площади гостям нашего города показали ролик о Дмитровском крае, где наше муниципальное образование было представлено как одно из наиболее перспективных в Подмосковье с туристической точки зрения. В Дмитровском районе находится 151 объект культурного значения, 40 объектов федерального значения. На территории района функционирует более 60 храмов. Создан целый ряд горнолыжных курортов, отвечающих мировым стандартам и предлагающих свои услуги круглогодично. Также в Дмитровском районе действует центр активного отдыха и спорта X-Land и спортивно-стрелковый комплекс международного уровня «Лисья нора». После презентации представители московского и подмосковного турбизнеса могли купить дмитровский сувенир на пробу. Для меня вообще очень показателен тот факт, что Дмитров – единственный город Подмосковья, который входит в ассоциацию малотуристических городов, а это уже в определенном смысле, я знаю, насколько жесткие там нормы отбора, это уже признание определенных заслуг. И я уже, слава богу, уже не первый, не второй, не третий раз приезжаю сюда с рекламными турами, так сказать, и всякий раз с большой радостью вижу, что я смотрю и город, и район, и вижу, что и туристическая инфраструктура, и музей, и многое, что непосредственно связано с туризмом, так сказать, в лучшем смысле прирастает. С каждым годом. Программа информационного тура была насыщенной. Гости нашего города подробно изучили объекты Дмитровского Кремля, культурные жемчужины нашего края. Познакомились с историей Борисоглебского монастыря. В Московской области обозначено 12 туристских магнитов, одним из которых является город Дмитров. Потому что здесь и Дмитровский Кремль, и очень интересные турместа. И, конечно, это горнолыжные базы, которые привлекают туристов и которые мы будем развивать. Вторая часть ознакомительной поездки представителей турбизнеса была связана с объектами, находящимися в районе. Туроператоры и представители СМИ побывали на мототрассе в Ильинском и в парке X-Land.